Служебная этика госслужащих основана на принципах добросовестности, честности, справедливости и открытости. Ее стандарты отображены в этическом кодексе. Документ содержит основные требования к государственным служащим, их обязанности, правила поведения как на работе, так и в повседневной жизни. Государственная служба – это не только выполнение должностных обязанностей, но и постоянное соответствие высоким моральным и этическим стандартам. Общество и государство возлагают большие надежды на профессионализм и ответственность госслужащих. Ведь именно от их поведения во многом зависит доверие к работе государственного органа. В связи с этим государственным органам особое внимание уделяется вопросам соблюдения этических норм на государственной службе. Департамент юстиции Северо-Казахстанской области активно работает над обеспечением выполнения этического кодекса государственных служащих. В каждом государственном органе есть уполномоченный по этике. Это специалист, который отвечает за мониторинг соблюдения этических норм его коллегами. Главная задача заключается в снижении коррупционных рисков, предотвращении нарушений, которые могут нанести ущерб репутации как сотрудника, так и государственного органа в целом. Уполномоченные по этике проводят консультации, оказывают поддержку. Государственные служащие и граждане могут в любое время обратиться к нему за советом. Уполномоченный по этике всегда готов помочь в трудной ситуации. Мы работаем над повышением ответственности государственных служащих. В случае нарушения законодательства Республики Казахстан проводим анализ причин и условий, которые этому способствовали. Разрабатываем рекомендации по их устранению. Уполномоченный по этике, защитник и советник государственных служащих. В Казахстане эта должность появилась 7 лет назад. За это время в государственных органах произошло немало положительных изменений. Во многом это заслуга уполномоченных по этике. Валерия Филатова, Шерняз Иманов, МТРК.